Hola, амигосы! Вечер добрый, с вами Квантум. И сегодня мы играем в Tricky Towers. Это тот самый тетрис с физикой, в котором мы строим башни. Они под силой тяжести накреняются, ломаются, рушатся. Мы бомбим с этого и угораем. Приятного просмотра. Серия получилась очень веселая и угарная. Тебе она однозначно понравится. Так что начинаем. Значит, это суперкубок. 16 побед. Да. У нас разные уровни, скажем, и он не хардкор. Давай, это суперкубок, друзья. Да. Давай сейчас повторим. Это и суперкубок. Расскажем, где мы находимся, ребят. Ну, да, я, короче, первый. Да, это Tricky Towers, ребята. Классно все. И значит, Квантум постоянно слева. Он левый постоянно. Да, он вот левый, левый. Левак какой-то, да? А вы правоки, да, значит? Я вас понял. Какой-то левак. Вот сейчас было обидно, почти обидно. Ну, прости. Есть Квантум, а есть левак, да? Ну, в принципе, нормально, если так. Можно мне этот блок убрать? Спасибо. Так, опа. И этот убрать, он мне не нравится. Чё, ребят, как дела? Да. Как дела, ребят? А, хорошо, да, все супер. О, нет. Срать решил. Нет, переверните. Ну, не берите это отсюда немедленно. Перевернусь. И снова 3 сентября. Да, сейчас бы календарь переворачивать. В 2К18 календарь переворачивать. Интересно, есть такие люди, которые календарь вертят еще? А вы не верите? Вертят! Пацаны, а я вертел календарь! Нормально! Ты вертел календарь? Я твой календарь вертел, Данил, понял? Да, да, да. Ого, заява. Ничего себе, это предъява, серьезно. Ладно, это шутка, это шутка. Это серьезная шутка. Это не очень серьезная шутка. Дайте вам траву. Камень научился. Куда вы что сделали? Ой, упал. Спасибо! Спасибо! Обожаю вас! Ебану вас хорошо, но стало. Я подосрать всего лишь навсего хотел. Данил, красавчик. Так, я подосрать хотел, пацаны. Кто играет на геймпадах, напомните? Я играю на геймпадах, и я не такой, то что хочет сказать про меня. Смотрите, там, короче, курки есть, да, типа, оказывается, на геймпаде лайфхаки. Я знаю про эти курки, да. Как он сразу в нужную сторону блок поворачивается. Я знаю об этом. Такой лайфхак, бляха. Я офигел, что узнал. Вы хоть раз видели, что Джо обманывал нас, пацаны? Джо, осторожно, у тебя там шатается, по-моему. Ничего, я переживу. Саня, осторожно, там падает, по-моему, все, Саня. Все упали? Я не вижу, куда... Саня настолько упал, что он не видит ничего. А нет, все нормально, все нормально. Я уже обрадовался. Ладно, надо башню подпереть все-таки. Давай, я должен быть первым. Я не должен быть... А в смысле она упала? Давай! Антон выиграл! Вася, я выиграл! Ненавижу победу! Я хотел смысле, у меня же... Я третий! У меня же быстрее единица была! Конечно, у тебя быстрее было! На видео посмотришь, у меня единица быстрее наступила! Надеюсь, не четвертый, пожалуйста, не четвертый! У меня... Ухо, дура! Хоть одна звездочка! Я бою! У меня 3 медальки! Рыбка обиделся! Рыбка обиделся, сейчас рыбка отыграет... Ой, головоломка! Головоломочка, короче, постарайтесь построить там, да. Да, хорошо. Сейчас рыбка постаралась. Да, хорошее начало, ребят, мне нравится. Мне тоже. Ладно. Вот так. Так, это... Я не знаю. Вообще капец. Я даже не знаю. У меня депрессия. Я вижу у всех депрессия. Неожиданно, Сай. Да, ёперный театр, ну что? Все такие высоко эмоциональны. Да, ёперный театр. Куда я попал? Я не знаю, куда поставить вот это вот... Опа, о, ну так. Вот сейчас, в принципе, неплохо получилось. Да, Саня, ладно, Саня, тебе хорошо упало, получается. Не упадет? Оба! Упадет! Упадет, конечно же, у меня тоже упадет. У меня, короче, справа башня за... Все, минус башня справа, отлично. Плюсую, парни. Оба! Рыж! А вы... И опять минус блок. Реву? Ладно, хотя бы уже не полностью, чтобы сливаться, надо что-нибудь доделать здесь. Да, нужно что-нибудь доделать. Джо, очень хорошая постройка, мне нравится. Джо, что с тобой не так? Джо! Джо! Ты что там? Лучше, просто лучше. Как оно держится, можешь мне объяснить? Мне вот тоже интересно. Я когда пойму, я тебе расскажу. О, великий гуру, как вы это сделали? Подожди, а он справа, да? Вот это он. Он рыба. Да, вот это... Трындец там безумие. Да. Так, ну у меня вроде бы все пока гладко идет. Очень даже гладко, сказал бы я. Нет, а ты что делаешь? Ой, такой блок упал! Блин, я закончил гонку. Не, это было жестко, это было не. Все, минус.
Да охереть тебе, Джо. Лучший просто. Несправедливый блок. Сань, можешь слиться, а? Не хочу. Чё это должен сливаться по твоему желанию? Ты чё, офигел? Пожалуйста. Ну ладно, Десянт, ты пожалуйста, конечно, садись. Так, кто-то правее меня. Хотел это услышать? Да. Ладно, в принципе, я закончу. Слушай, Джо еще может затащить так-то, у него еще есть шансы. Ой, Антон, нет, Антон! Та-ра-да-ра-да-да-да, Антон! Ладно, я успел. Та-та-та-та-та. Димон! Как затащить, ты о чем говорил вообще? Как у тебя блок держится, ты можешь рассказать? Я не понимаю, Джо, жопа. Нет. Пофиг такой. Капец. Я почему? Был готов к этому, я не знаю, сколько блоков, тут реально жесть какая-то. Ну не, ну четыре, как? Я столько блоков слил. Одинаково. А интересно, у нас будет по две медали? О, да, две медали, хорошо. Это хорошо, да. Это хорошо, опять да, это падло впереди. Слышал, ты падла, иди ты нафиг. Ой, выживание, блин, вот тут главное... Тут вообще главное не закосипорить. Начальство закосипоришь, что тебе плохо пойдет по стоянке. Чё, ты на каком языке разговариваешь? Я говорю, косипорить нельзя вообще ни разу, косячить. Чё? Ничего, Антон. Я тоже не понимаю его. Косипорить? Бабушка так в деревне говорит или что? В твоей деревне твоя бабушка так говорит. Я в деревне когда не был. Не вариант. Да что за фак? Пип на фоллаплэн. Так, у меня минус блок, хорошо. Так. Есть чем гордиться. По-твоему, это хорошо, значит. Да? Ох, спасибо, что он сейчас это самое. Только небольшой. А, оп. Отлично. Ты что, Саня, с тобой? По-моему, Сани присунули. Отлично, вообще, the best of the best. Так, укрепим. У меня не очень все хорошо, но мне все равно. Так, я просрал бетонный блок, я лучший. Как так? Нет! Вот так вот. Только небольшой. Ну, я еще жизнь просрал! Ага. Ладно, это ладно, шлепки, это вообще блин. Отлично. Вот за шо, капец, как так? Просрал все, что только можно, еще и жизнь просрал. Ага. Отлично. Саня, хватит орать, страшно. Кто умер, кто умер? Че так быстро? Че, почему быстро? Почему? Я все понял. А у меня все нормально. Ну почти. Почти нормально. Окей, минус 1 хп, это не критично, я бы сказал. Посмотри, как я строю, Саня. Посмотрите на этот. Пацаны, можете не отвлекать, большой блок, большой блок. У меня украли. У меня бон. Все, я умер, короче. Это дизмораль, полный. Я тебя полностью понимаю, у меня бонус ушел, короче. У меня все уходит. Пацаны, можно жопа, без жопа, этого, жопа, а? Башня поехала, жопа! Пацаны, можете умереть, жопа, а? Нет, никто не может умереть. Куда нет, это нет. Еще? О, твою мать их, да? А? Нет! Нет! Твою мать! Да вы ироды, Антон, что вы творите? Антон, живи! Антон, живи, Паша! Антон, тварь! Ради все! Ради нас! Ради я нас, погиб, Антон, короче, я вижу, все. Отлично! О, что, я выиграл! Ты ему повезло, Антон. Капец, как сильно меня блоками молодец. Заспамили огромными. Твою мать, я так испугался! Капец, заспамили просто огромными блоками. Ну, тебе там конкретно блоками. Понеслось, конечно, блин. Джо, у нас с тобой битва. Битва титанов. Обрати внимание. Жопа. Опять логика, блин. Халдор логику что-то не любит, я вижу. Да интересно, я почему это? Да. Дизмораль, да, Сань? Когда дизморалит. Опа. Я вот все жду, когда же кто-нибудь типа попадет в эту дырку и промахнется блоком. Я но что-то этого не происходит. Так, блин, я не знаю, куда... А что за блоки странные-то пошли? Вообще капец, нормально же общались. Вот в моей молодости такие блоки. Блоки нормальные были. А что сейчас? Вот в моей молодости Тетрис был нормальный. А сейчас какая-то физика в Тетрисе. Физика, что происходит? Так. Блин, а что делать? Куда? Все, пацаны, минус. Ну что, я перепутал кнопку? Я перепутал кнопку! Неудача. Вообще, вот Сань, видишь ты, а Джо, блок, ты видишь, который положил? У меня он сполз вниз, да? Лол. Вот как? И я о том же. Я не знаю, как он сполз, он просто сполз. Неудача в натуре. Не, там вообще бывает, капец. Неудачно получилось. Так, это мы поставим.
Ладно, вот так вот, на всякий случай, на всякий случай. Смотрим, что будет дальше. О, Антон, ты чё, Антон, уже это оприходован-то? Что с тобой? Антон уже оприходован. Джо, дай первое место, пожалуйста. Да. Нифига ты его засунул хорошо. Парни, я чё-то вообще в вот головоломке, я просто разочарован. Сань, тебе жопа. Нет, Саня, я на те же грабли наткнулся, Сань, окей, нормально ладно, все. Хоть, второе место в любом случае. Джо, заканчивай, Джо, все, ты выиграл. Но это не точно. Нет, ты выиграл уже все, Джо, мы заканчиваем. Как ты выиграл, подожди. Ну посмотри, вот это. Да, не, реально можешь заканчивать, серьезно. Ну подожди 5 секунд, давай. Джо, нет, не надо, Джо, нет. Нормально. Окей, все хорошо. Он будет себе второе место будет, вот что он истерит. Да я ничего не боюсь, смотри. Вот я заканчиваю, нормально. Доказал, на мужика доказал, что ты ничего не боишься. Тварь, Данил. Слева от меня. 5 блоков, у меня больше от блоков, чем у Антона. 16 блоков, нормально. Я не туда, просто закинул. Вот третье место, хорошо. Второе место. Эй, А что на последнем месте стал? Сейчас Джо догонит меня, Саня на последнем месте. Гонка, нет! Ладно, тут можно выиграть. Все, я больше никому не верю. Я буду тактикой Кратоса. Какой? Ты знаешь какой. Иди в жопу, а, моя тактика. Что за тактика? Делитесь. А, тактика, которой нет, лучше не пользуйся, я тебе серьезно говорю. Они, короче, блоки скирдуют в кучу, как попало. Что делает? Я не понимаю, на каком языке он базарит, вы мне можете рассказать? Ну вот, новое слово в твоем словарном запасе. Скирдовать блоки, да. Такое тоже есть. Я заметил, это он тогда начал говорить, когда приехал. Да, он когда приехал из побегайловки своей. Да. Да. Когда я общался 3 дня, забыли мои слова. Так, ну в принципе... Не было. Нет, Данил. Попробуй разместить, попробуйте разместить. Зачем? Это. Зачем ругаешься начальник? Эй, надо же ветер! Нифига себе! Данил, ну это заслуживает неплохо. Лайка. В смысле, что заслуживает лайка? Тебе вот как ты разместил блок большой, это тебе заслуживает лайка, определенно. Ой, мне Халдор сам Халдор. Ой-ой-ой! Данил, пойди, пожалуйста. Вас просят я. Оно качается! Квантум, вас просит пройти вниз. Пожалуйста, скатитесь. Оно хочет отцепиться! Пожалуйста, скатитесь. Оно отцепиться хочется! Не хочется отцепиться! Данил, скатитесь! Нет. Данил, вас просят срочно скатиться. Ой, я аж сейчас это страшно стало на момент. Так, нужно быстрее как-то строить, наращивать темп. О, типа нужно, но типа не получается, понимаешь? Не понимаешь, типа? Не идет. Нет, что такое? Так шарик. Что такое шарик? Безобидный шарик. Да еще два шарика! Да за хера второй шарик-то? Дайте уже блок поставил. Держите, пацаны. Тихо, башня, держись. Куда? О! Стой. Держите, пацаны. Ой-о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 й. У меня башня развалится. У меня башня развалилась! Просто минус 2! У меня башня развалилась! У всех все валится. Один, давай! Нет, стой! Жесть! Нет! Вот тебе нужно это было сделать, Кратос. Это мой шлепок. У кого-то блок дважды увеличился. Дважды увеличился блок. Ты понимаешь, Кратос? Джо хорошо идет, смотри. Джо вообще мощно идет. Ты сделал только что этот раунд. Да ладно, серьезно? Да. Ну ладно. Такое обида. Все как 100 чувств, когда все против тебя. Да, отличное начало, хороший блок. А что у меня... Джо, что ты делаешь? Мать, тебе Джо. Повезло, Джоси, сейчас. Чего сука, повезло? Они как? Ставятся так. Они ставятся тогда нормально. Я обида, я есть обида. Да не лошадка. Лошадка. Нет, сам ты лошадка. Лошарка. Лошарка, иди ты нафиг. Подумаешь, блок поставил плохо. Кто это что-то слил? Или кто-то что-то не слил? Нет. Я надеюсь, кто-то что-то слил. Да нет, оно, все нормально идет пока. Оно-то получше, когда кто-то что-то сливает. Так, вот сюда это так чпоньк. Все идет. И хорошо, как пошло по сразу, вообще просто настроение отлично. Плюс. Я с тобой согласен, Данил. Пока что да, пока что придерживаемся плана. План такой, что плана нет. Зашел. Громко, Саня, громко, еще громче надо. Так, давай сюда. Ой, как залез хорошо. Ой, как хорошечно.
Хорошо лезут, хорошо лезут. Хорошо лезут блоки. Да, блоки хорошо лезут. Дураки. Ну знаешь, а ты не такое себе, с такие сконцентрированные молчат так. Антон, сбылась мечта, ты же хотел, чтобы все заткнулись, когда ты строил. Сконцентрировались. Да. Ну всегда раз заткнитесь, я строю. А то все молчат. Да. Прям мечты сбываются. Молчаливые. Мечты сбываются. Кванты. И не сбываются. Мы построили, парни. Да вообще. Так, я вижу, у вас вообще там постройки просто божественные. Ну, я, пожалуй, завершу, да. Божественные постройки, говорил он. О, все нормально, нормально. Нет, слушайте, у тебя еще немножко, и все, будет полномочия твоей башни, а, все. Я закончил лучше. Квантай. Вон туда смотри, короче, бирюзовые блоки вообще друг на друга вообще вот эти вот зигзагами стоят. Ну, вообще. Да, 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 да. Получилось. Прикольно получилось. А справа у меня там... В смысле, так он делает так же, как и я, крепится. Он делает так же, как я, блин! Да я его подожгу! Ты чё, плагиатер, Антон? Я думаю, чё-то не так красиво всё идёт. Это твой последний блок. Колец, Антон! Я-то думаю, что это не такая башня нормальная. У меня сейчас будет тоже три звезды, короче. Чё, за что? Ничья, да иди ты в жопу! Антон, ну вот считай, фу дизлайков Антону. За что? За то, что тут первое место, Антон. Вам не китайские корни. Какие китайские корни еще? О, выживание, ваш так, любимый уровень. Выживание особое. Сейчас меня опять блоками заспамят огромными, интересно. Так, ладно. Короче, тут я буду наверное. Главное не сделать так, чтобы Квантум выиграл. А да, отлично. Но почему-то, Антон, ты решил сделать два раунда подряд, чтобы он выиграл. Чего я не делал? Что, я не специально, но само. Вот, расскажи другим. Антон, тихо. Я тебе просил об этом не говорить, ушлёпа. Какого фига? Я тебе больше не заплачу никогда. Эй, куда? Ох, я чуть только что не провафлил вспышеньку. Найс. Так, ну... Вспышку. А вот такую вот, офигенскую. Так, а погоди, здесь все, что ли, особые? До меня только дошло. Да, я же... Нет, пожалуйста, я же тебя так... Так, 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 ставим сюда блок. Благотворила, ты упал. Пожалуйста, только... Нет, хорош, ушлёпок. Вот хорош. Ублюда. Падай. Плохой! А нет, хороший блок. Извини, что я назвал тебя плохим, ты хороший. Пацаны, я умер. Хорош. Поздравляем тебя, Антон, нормально. С твоим достижением. Сань, ты должен выиграть, давай. Но это не точно. Да что ж так быстро-то, а? Успокойтесь. Быстровато, да, было, на самом деле. Быстровато, да, такой. Ты должен выиграть, чтобы мы жили. Заценил такой. Я блин, помню. А кто же мне теперь будет катки делать? Антон умер. Кого же теперь проплачет? Я промазал. Хорошо. Сань, давайте проплачу, Саня. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Ой, он нормально упал, как мне повезло сейчас. Чего башня такая узкая стала? Саня! Саня, успокойся, Саня, я не вижу ничего. Ты там это, сбавь темп, пожалуйста, а. Ёб твою мать, а ты же из-за того, что строишь так высоко, мало того, что... А, ну молодец. Охренеть, что? Не жизнь моя улетучилась. В очечу. Нет, все, я минус, я минус. И что делать? Не и падать! Что? А чё, почему такой кривой ты, говно? Да. Бери КП, КП бери! Стой, я взял! Все, все, нет, все, все. Все, все равно жопа. Одна жизнь, да! Вы даете выиграть! Но я много жил, понимаешь? У меня там просто блоки уже, ну, вообще не стали. Вообще. Да, дальше сложненько. Ну, что сказать? А, ну тут только если угнобить по полной. Не, если я бы четвертые места... Что? А кто повыбивал вставочки эти? Почему вставочек так мало? Саня, что ты сделал? А, Саня проиграть решил. Хорошая тактика у Халдора. Тактика победителя. Тактика галактика, да, Джо? Победитель он сейчас выиграет. Как он выиграет? Расскажи мне. Мы все сольемся, он выиграет. Ну, вот так вот слить сложно, но я не знаю. Это прям очень сильно. Надо постараться. Да-да-да. Нам это... слиться, чтобы он выиграл. Ладно, это сюда можно. Особенно мне постараться нужно. В одну сторону только. Так, ну фигово сейчас на самом деле сделал. Фу, блин, сделал. Когда ты сделал? Сделал. Звучит как делимобиль. Реклама от Антона.
Делимобиль. Антон, московский каршеринг рекламируешь, все, Форд. На самом деле это мой каршеринг. Да. Все тебе поверили. А ты что, не знал? Нет. Ну ты да не. Верни мне бабки мои у шлепок, если это твое. Ты не пользовался им, не звезди мне. Если это твой каршеринг, бабки не верни. За что? Ты знаешь за что. Что ты плохим по Кутузовскому ехал? Нога, блин. Посмотрите на мою башню. Особенно ту часть, которая слева. Смотрите на мою башню, мне кажется, она безнадежна. Это твоя-то безнадежна? Нет, Джо, у тебя... Всё, финал! Она вообще не застроена, смотри. Джо, у тебя... У меня так же само, Джо. Я застроил, меня хватит, короче, да. Кто что дальше сделает? Я вот не знаю, будет это так стоять или нет, Данил. Ну, вообще должно. Отлично. Ага, не очень отлично, нафига я это сделал? Ай, ну ладно, пойдет. Ладно, сделаем... Сделаем удар. Нифига ты навтыкал, тык-тык-тык. Молодец. Это было клево. Джо, я не хочу проиграть. Я тоже не хочу. А что делать вам? Во, хорош. Хороший блок, годный. Давай нормально так зашло. Ой, еще и воткнул нормально. А тебя? Посмотрите на мою дырявую башню. А тебя? На мою дырявую посмотри. У Джо вообще самая лучшая. Да, у Джо самая красивая. У Халдора три блока. Оп. Мне некуда ставить, пацаны! Офигите, Джо, башня мой! Нет! Стой, говорит! Односторонний. Отлично! Успел! Успел! Но это не точно! Я надеюсь, я буду на втором месте! Саня, на будешь, последнем! Будешь. Давай! Да, давай. На последнем! Е-бой! 23 блока! Ну, в принципе, ни на что другое надеяться не нужно было. Да, стой! Да! И мои потом любимые финальные. У меня охуенная статистика, у меня дофигища первых медалек. Да. Смотри, что я могу делать. Ты так можешь? Вот. А еще я могу летать, да. Могу молниями кидаться и летать. Ребят, это был влево, Tricky Towers. Всем спасибо за просмотр. Хочешь больше таких соревновательных режимов? С тебя комментарий, что понравилось. Лайк и подписка. Всем пока, до скорых встреч. Пока-пока. Фу, Саня обосрался.